Сколько там у тебя было? 100. Ну вот она. Поверху лежит. Да. Что-то большое, похоже. Нет, там тут вернее. Страшно? А? Нет, еще. Это, скорее всего, ящик или диск. Диск. Дегтярев. А самое интересное, что в нем немецкие патроны. Аж да. Руки затряслись. Первые мои раскопки. Да? Да. Это, может, кто-то собирал? Я думаю, что кто-то уже что-то собирал, потому что тут и ППШ. И ППШ. И... Надо в эту сторону смотреть, потому что все там кружатся. Ну да, я же тебе говорил, туда надо идти. Потому что если они оттуда, здесь же не капано, там-то хотя бы копали, здесь вообще нет ничего. Ну, а вторая. Да, руки аж задрожали. Ощущения непередаваемые, конечно. Особенно когда это твоя первая экспедиция. А в Волгограде первый раз? Да. На Мамаев в курган уже ходили? Нет, все 25-го обещали нам экскурсию. Музей панораму. Конечно, нам обещали все показать. Поэтому надеюсь везде побывать. Обязательно. Музей Паулюса. Ленения. Музей панорамы. Сталинградская битва. Мамаев курган. Руины да. Мельницы. Я очень надеюсь, героев. Что мы везде побываем. Вот так вот приезжают такие волонтеры с Ямала посмотреть Волгоград, а начинают с настоящих полей битвы Сталинграда. Да. Вот это настоящий патриотизм. Минус 13, мой дед ощущается как минус 20 в степи. Да. Но мне вот жарко покопать. Покопать. Хочется уже раздеться, потому что жарко. А еще у меня мой прадед здесь погиб. В Сталинграде. У меня два пропавших без вести примерно в Сталинграде. Один был в Сталинграде, но погиб при освобождении Ростова за пару дней до освобождения. 14 февраля Ростов освободили. Его нашли, кстати, поисковики в 2008 году. Опознали и перезахоронили с почестями в 2010 году. Но... Иваныч, а да, что покажу? Что нашли, а да, покажу. Нашли на 70-летие, получается, захоронили в 2010 году. Да. Не, круче. Там где-то еще. Здесь диск вот... от Дегтярева, немецкие патроны. Еще где-то вот здесь была мусинка и немецкие патроны. Куда он его дел? По-моему, он его забрал. Нет, вот такие вот. Так, вот здесь. Начали здесь. Там еще, мне кажется, он еще сидел. Вот тут пищит. Тут еще много. А тут стопудов. Вот здесь патроны. Вот цветнина показывает. И здесь вот мы. Давай еще копнем. Потому что вот это лежало все вот здесь. Ну вот позиция. Вон, ну рядом. Вот же яма. Вот она идет. Раз, раз, раз. Глаза пошло. Вот. Вот. Я вот там. Вот. Вот сюда. Вот сюда. Здесь же был. Привет от поисковиков. Привет от поисковиков, пожалуйста, пепси. Generation Next. Что, он далеко сейчас не пошел уже? Это Маузер. Да, это немецкий. А вот тут и ППШ лежит. ППШ, а? И вот еще один Маузер. Маузер. ППШ тоже целый.
пульку просто. Пулю сейчас даже. Тут кто-то, мы думаем, насобирал просто. Это же отпущено. Все в одном месте лежало. Отпущено пуля. Патронить? Наверное, да. Когда-то. Моя. Да. Тамосина. Тамосина. Земля прям вот здесь. По-своему. На том поле я...